В очередной 23-й серии сериала «Горячая точка» вы узнаете о том, как Воронеж, Жека и Эдика познают Фрязино. После этого Хасанов заезжает к Татьяне, чтобы задать ей несколько вопросов про банду Гордея. По дороге из Воронежа Жека рассказывает Эдику, что это он убил Фрязино в Чернодоле. Менты находят машину Жеки, взорванную гранатой. Саша при этом пытается найти компромат на базе Тарана. За этим занятием его застает контрабас и жестоко избивает его. По приезду Жека и Хасанов узнают, что Таранов завалил всех из пойманной банды. На утренней рыбалке Таранов и Брагин ссорятся. Во время потасовки Брагин падает в воду. Таранову не удается при этом его спасти. Весь город обсуждает, что Брагин утонул на рыбалке.